можно не толкаться. Машуль, на земле около 1 000 000 сыголовых. Кому конкретно претензии? Мамуль, я не специально. Ай, хоть один из вас вежливый. Спасибо. Мам, пап, раз мы проспали, а можно я в школу не пойду? Конечно, можно. Я за. Я тоже. Как проспали? Быстро. Катя, завтракать! Ты завезешь сегодня детей в школу? Я не успеваю, у меня открытие, я же тебе говорил. Как всегда. Мамуль, не бурчи. Сегодня просто очень важный день. У тебя каждый день важный, и никогда нет времени на нас. Мам, а забери у меня пораньше из школы. У меня все равно 6-й урок плавания. Хорошо, я заберу. О том, чтобы сводить ребенка в бассейн, я уже даже не прошу тебя. 7 лет мужчине. Он не умеет плавать. Даже одноклассники над ним смеются. А что тут страшного? А этому мужчине 37 лет. Тоже не умеет плавать. И нормально держусь на плаву. Но я шучу. Честно. Закончу с этим открытием, отведу пацана в бассейн. Обещаю. Доброе утро, пап, мам. Привет. Как дела? Доброе нормально. Утро. Нормально. Я поцелую. Это раз. Как успехи на танцах? Никита Андреевич помнит, что у него есть дочь, и что она ходит на танцы. Мамуль, сегодня в ударе. Я побежал. Она улыбается. А сейчас? Другое дело. У нас, кстати, с детьми для тебя подарочек. Посмотри, когда время будет. Спасибо. Дети, обувайтесь, я вас жду в машине. Хороший альбомчик. С намеком. Правда, немного обидно. Получается, я у нас пустое место. Еще нет. Ну, почти. Доброе утро, шеф! Доброе утро, Маша Игоревна! А пожелать мне удачи. У тебя все будет хорошо. Я тобой горжусь. С сегодняшнего дня обещаю, начинаю жить по-другому. Стараюсь пораньше прибежать с работы. Может быть, вместе куда-нибудь сходим в киношку? Да! Свежо предание. Вот вечером и посмотрим. Дети, пожелайте папе хорошего дня. Хорошего дня! Спасибо большое. Дорогие мои друзья и коллеги, я вас всех поздравляю с этим событием. Мы наконец-то это сделали. Ура! Я рад приветствовать всех на открытии самого большого ветеринарного центра нашей страны. Пушистый стандарт – это не просто ветеринарная клиника. Это научно-экспериментальная лаборатория, спа-центр и замечательный, уютный отель для маленьких питомцев всей нашей столицы. Огромное спасибо вам за поддержку. Спасибо за ваши железные нервы, за ваши слезы. Спасибо. Опа! Можно? Ура! Проходите, пожалуйста, уважаемые журналисты. Елена Васильевна, почему у нас нет бахил? Так бахил машины сломалась. Как ты сломался? У нас же все новое. Ну, дело в том, что ее уже поставили сломанной. Елена Васильевна, у нас медицинское учреждение, да, уважаемые друзья? Чистота прежде всего. Обязательно сегодня поменяйте на новую машину. Где у нас совещание? Персонал ждет в приемной. Никита Ильич, здравствуйте. Доброе утро, Павел Павлович. Вот за ошейником для стационара. Какой это ошейник? Почему он не кожаный? Где защита от блох? Вы бы сами такой носили? Поменяйте. Вот, проходите, проходите сюда. Это наш костяк. Просим любить и жаловать, самые ценные сотрудники. Дарья Кузьминична занимается лабораторным отсеком. Очень важная профессия. Почему? Потому что к концу года я бы хотел, чтобы все анализы в нашем городе делали только у нас. Екатерина Викторовна занимается отелями спа для наших маленьких пушистых любимцев. Рекламный бюджет уже есть, он у Егора. Егор, вы, как прежде, ответственны за инвестиции. Ну, теперь-то инвестиции искать легче, есть что показать. Самое главное, друзья, наша цель. К концу года мы хотели бы иметь сеть из 40 подобных ветеринарных центров по всей стране. А сейчас, если вы не против, друзья, давайте сделаем общую фотографию. Только побыстрее, а то у меня... Я опаздываю, да, через 20 минут интервью в «Коммерсанте». Улыбаемся? Стандарт. Да. Ну, я вас поздравляю, Никита Андреевич. Поехали, поехали, в «Коммерсанте» ждать не буду. Не вопрос, Никита Андреевич. Лечу. Быстрее, побыстрее.
Мужчина, вставайте и одевайтесь. Хватит загорать. Сейчас идете к доктору, а он вам все расскажет. Ваш снимочек будет у него. Гер, Якушину 205. Что мне за это будет, а? Так, Гера, я тебе сколько раз говорила, что в разгар рабочего дня мы с тобой не жмякаемся. Ну что ж, Никита Андреевич, сотрясения у вас нет. Фух, ну слава богу. Спасибо вам большое. Доктор, вы меня очень порадовали. Я побежал. Что? Присядьте. У меня просто важное интервью. Я быстро поздно. Поверьте, Никита Андреевич, самое главное интервью жизни будет у вас сейчас. Может быть, я завтра подойду? Послушайте меня внимательно. Хорошо. Я посмотрел ваш снимок и заключение. У вас новообразование в правом полушарии. В височном отделе. В чьем правом полушарии? В вашем. Так, Гера, я тебе сколько раз говорила, что в разгар рабочего дня мы с тобой не жмякаемся. Ну, Гера! Гер, ну тебе что, намордник одевать? Ну-ка быстро собирай, ты перепутал все снимки. И сам теперь разбирайся, где там, чей диагноз. Никита Андреевич, у вас опухоль. Опухоль головного мозга. И, к сожалению, она находится в таком неудобном месте, что неоперабельно. Извините, как вас? Геннадий Сергеевич. Геннадий Сергеевич, о какой моей опухоли идет речь? Судя по размерам и месторасположению, у вас глиобластома. Кто у меня по месторасположению? Глиобластома. Может быть, меня абсолютно ничего не беспокоит. Может быть, это ошибка. Дело в том, что целый ряд церебральных новообразований развивается безболезненно. У вас есть несколько вариантов лечения. Наиболее вероятный, конечно, это лучевая терапия. Ну, еще химиотерапия. Сколько мне осталось? Ну, если без лечения, 1,5-2 месяца. Но вы не отчаивайтесь. Я вас сейчас направлю в онкологию. Не нужно меня никуда направлять. Я все понял. Я сам доктор. Коллега? И какой? Я ветеринар. Но рак есть рак. Это да. Что-то Никита Андреевич, а? Нет, Сеня. Я не буду лечиться. Это бесполезно. А как тогда? Так, я стухну, как спичка. И тихо уйду. Жесть такая штука несправедливая, Сеня. Казалось бы, ты живешь. Никому ничего ты плохого не делаешь. И бизнес свой. И жена, и дети красивые. Машина, водитель. А тут вдруг раз и занавес. И почему я, Сеня? У меня тоже такая ситуация была, Никита Андреевич. Да. Еду. Никого не трогаю. И тут раз, гаишник, штраф мне на 1,5 штуки выписывает. Я выхожу, говорю, за что? Почему я? Ужасная параллель, Сеня. Давайте посмотрим на вашу ситуацию с положительной стороны. Разве есть в моей ситуации положительная сторона? Конечно. Ну, смотрите, вы дом построили? Построили. Вот. Дерево посадили? Березонька. Вот. Сына родили? Родили. Ну, не я, мы с Машей. Вот. Значит, ваша миссия на земле окончена. Сеня, это так обидно. Это такой минимум. Давайте, Никита Андреевич, за ваше здоровье. Это поздно, Сеня. Тогда не чокаюсь. А это рано. Вам не угодишь. Все равно я не понимаю, как Маша будет без меня. Она не сможет. Я только представлю, что она одна. Не переживайте вы, Никита Андреевич.
Все у нее будет хорошо. Найдет себе мужика вот так. Ну, у вас красотка. Класси, Никита Андреевич, класси. Легче будет. Не будет легче, Сень. Больше никогда легче не будет мне и Машуле. Кого она себе найдет? У нее два ребенка. Попадется какой-то проходимец. А мало того, что разведет ее, он еще будет воспитывать моих детишек. О, соседи говорят. Остановитесь здесь, пожалуйста. О, Машулечка, а ты здесь? Какая ты у меня красивая. И огонь красивый. Все горит, живет. Ты сдурел? Это пожар у людей. Кого жжем? По-моему, сегодня ты жжешь у нас. Я жжу, да. А где дети? Позови всех, двоих. Мне нужно вам что-то очень важное сказать. Вот ты молодец. Ты пришел домой пораньше, с работы, как обещал, да? Ты пьяный, иди ложись. Не торопи, Маша. Скоро лягу. Мама, мама! Что случилось? Мама, папа! Фила бежала в огонь! Фила сгорит! Спасите ее! Ребята, там собака спокойно. Наша! Спокойно! Я спасу! Вот куда ты собрался? Береги детей! Я бы с ним не охнужил! Папа! Никогда я тебя убью! Мужик, куда? Никита! Нечестно. Соколов. Вот ты больной на всю голову, да? Откуда ты знаешь? Оно и видно. Оно уже и видно. Ты издеваешься надо мной или что? Тебе жить надоело? Представляешь, у меня в голове какая-то фигня. То, что у тебя в голове какая-то фигня, 100%. Нормальный человек, ну не полез бы в горящий дом. Ты отец двоих детей. У тебя собака, хомяк. Девочка моя, я умираю. Завтра утром будешь умирать. Понял меня? Беги, Смайлик, беги, а то я, походу, отбегался. Никита Андреевич, здрасте. Пакеты на ногах очень оригинально. Да нет, это бахилы. Просто бахил машину починили. Вы же сказали, это важно. Какие бахилы? На улице сухо. Только зря деньги тратить. А что-то вы бледненький. Скажи спасибо, что бледненький. Скоро я вообще побелею.
Никита Андреевич? Никита Андреевич, я вас поздравляю. Нам ББ кредит предлагают, надо бы по условиям пройтись. Прощай, Егор. Никита Андреевич, можно? Никита Андреевич. Никита Андреевич? Алло. Алло. Здрасте, Павлович. Никита Андреевич, я тут ошейники приобрел. Ну, как вы просили. Посмотрите, какие красивые. Сам бы такие носил. Не вопрос, Павлович. Нравится носить. Поехали! Как же я сразу не догадался? Мне просто нужно найти себе замену и все, понимаешь? После вчерашнего я вообще ничего не понимаю. Сень, что тут непонятного? Пока я жив, я должен найти вместо себя мужика. Чтобы потом, когда я уйду, было кому о Маше позаботиться. Ну и Филиппу с Катей нужен достойный отец. Ну, честно говоря, на кого попало, я дом и бизнес не оставлю. Это не шутка. Я понял. То есть вы вместо себя хотите найти какого-то мужика? Не какого-то, Сеня. А настоящего мужика, чтобы он заботливым был. Может быть, даже спортсмен, а не дисциплинированный. И желательно без вредных привычек. Ну? Что ну? Как что ну? 1.94 м. Здоровый, заботливый, нежный, без вредных привычек, без высшего образования, но не дурак, это точно. Ты? Идеальный вариант под ключ. Соглашайтесь и умирайте себе на здоровье. Согласны? Сеня, нет. А вы не торопитесь. Я не тороплю, подумайте. Не торопитесь. Какие девушки вам нравятся? Параметры, характеристики? Понимаете, тут такое дело, в общем, так получилось. Мужик нам нужен. Да, и срочно. Понимаю. Должна сказать, вы пришли по адресу. Среди всех агентств мы лидеры по количеству клиентов с нетрадиционной ориентацией. Нет, вы неправильно поняли. Я все понимаю, не волнуйтесь. Все строго конфиденциально. А есть у вас такой мужчина, чтобы солидный был, статусный такой, хозяйственный или очень богатый, здоровье, чтобы железное было? Это очень важно. Красивый, такой, чтобы на руках носил. Такой принц. Есть у вас такие? Увы, такие все разобраны. А какие у вас есть? У нас все остальные. Семен Викторович, на первый раз прощаю. Счастливого пути. Вот. Извините, пожалуйста, а это мужчина или женщина? Ну, конечно, мужчина. Да. Хотя, ну да, тут непонятно. А давайте, если непонятно, пропускать. Конечно. Завидую вашему оптимизму. Рост хороший. Только боюсь, что диагноз моего коллеги подтверждается. То есть шансов у меня никаких, да? Увы, никаких. Замечательно.
Если бы опухоль была расположена чуть ближе к оси, вот смотрите. Ну и кто это у нас? Тут у нас шиншилла. Зовут Чуч. Ну то, что это шиншилла, я вижу. Вас как зовут? Меня? Да-да. Олег. Олег. Очень хорошо. Олег. Папа Олег звучит. У меня пока нет детей. Ну, это пока. Как здоровье? Сейчас нормально уже. Блох мы вывели. У вас были блохи? У меня нет. У Чучи были. А у Чучи были, у вас не было. Доктор, нам нужна ветсправка. Мы в Канаду уезжаем на ПМЖ. Или нам другую клинику поискать? В Канаду собрал. На ПМЖ. Да. С этого нужно было начинать. Следующий! Неужели вам никто не понравился? Нет, честно говоря, был неплохой вариант. Пожилой астматик. Да. Вот он, когда прокашлялся, в принципе, трогательные вещи говорил. Ну, знаете, вы переборчивы, вам не угодишь. Вот еще один остался. Давайте. Привет. Меня зовут Илья. Прости, я немного волнуюсь. В общем, скажу так. Я уверен, что каждый человек на Земле достоин быть счастливым. Лично для меня счастье – это иметь семью. Я хочу дарить цветы и видеть, как наполняются радости твои глаза. Хочу играть в футбол и кататься на санках с нашими детишками. Наслаждаться их веселым смехом. И если ты думаешь так же, как и я, то, возможно, нам по пути. Подожди, так это же пожарный, который меня спас. У вас с этим нормально все. Железный, это точно он. Извините. Ничего, просто так долго искали. Да. И все-таки зря вы так, Никита Андреевич. Рановато вы меня со счетов вычеркиваете. Сбрасывай. Илья – это наша гордость. Но это и неудивительно. 15 спасенных людей только за последние полгода. Здорово. А расскажите что-нибудь еще про Илью. Знаете, Илья – такой мужчина, он надежный. Угу. Он добрый, он честный, порядочный, настоящий. Вон он, посмотрите. Чтобы нашему расчету выехать на место происшествия, нужно всего 30 секунд. Поэтому, когда ваши мамы говорят, что нельзя тратить время впустую, слушайтесь. Хорошо. Ведь за 30 секунд можно спасти чью-то жизнь. Никита Андреевич, даже не думайте, вы что? Ну, не пара вам, Маша Игоревна, серьезно. Я вам как специалист по феншую говорю. Чем, когда у вашего Геркулеса перекур? Ну, я думаю, минут через 10 они уже закончат. И, между прочим, Илья не курит. Не курит? И не пьет. Молодец. Смотри, заботливый, детишек любит. Повезло жене. Повезет. Он еще не женат. Впрочем, вы у него сейчас сами все спросите. Илюш, Илюш, Илюш! Подойди к нам, пожалуйста. Здрасте. Ваше лицо мне кажется знакомым. Это судьба. Добро пожаловать. Слушай, честно, неудобно как-то. Может быть, в другой раз как-то я к вам. Во-первых, мы на «ты». А во-вторых, что значит «другой раз»? Мы же договаривались. Илюш, моя семья должна познакомиться с моим спасителем. Вот, посмотри, вот это все могло остаться без хозяина, если бы не ты. Слушай, Никит, ну мы же договаривались. Ух, скала. Пойдем. Мог бы и предупредить, что будешь не один. Я тебя умоляю, Люха, проступай. Что ты делаешь? А на что это похоже? Наверное, джинсы надеваю. А, да? Симпатично. Слушай, а может быть, ты сегодня вместо джинсов наденешь красный сарафанчик? Помнишь, мы в Милане купили тебя?
Я не пойму, у нас сегодня мега-вечеринка намечается? Нет, просто он тебе так идет. Ты в нем такая красивая. Что за неприкрытая лесть, Соколов? Это правда. Но она работает. Да? Да. Здорово. Хочешь сарафанчик, будет тебе сарафанчик. Угу. Этот? О, да, здорово. Как же тебе идет этот сарафан. Ну и что-нибудь самое красивое наденешь. Все, что есть. Слушай, Соколов, я чего-то не понимаю. К нам кто в гости пришел? Илюша Пожарный или принц Уильям? Нет, мажор, я просто хотел как-то спасителя встретить. Как-то особенно. Кстати, чем будем кормить? Я теперь уже даже не знаю. Дизайнерскими пельменями подойдет? О, а вот и наш Шумахер. Знакомься с дядей, а, Филиппкин. Смотри, какой спортивный мальчик. Знаешь, сколько лет? 7. Мыслит на 10. Английский язык знает в совершенстве. Скажи 3. Солнышко, скажи 3. 3. Оксфорд. У меня так не получается. Трудолюбивый, перспективный, математический мозг. Это очень важно. Ну, можно понять, дедушка был профессором математики. Мечтает стать банкиром, да? Нет, па, я хочу стать космонавтом. Чувство юмора, Тони. Позови сестру. Давай. Красавчик. Красавец. Спасибо, папа. Лицом, как у мамы. Маме потом десерт чуть позже. О, а вот наша девочка, мальчики, девочка, полный комплект, очень удобно. Девочка у нас, как натанцует. Бабушка была известной балериной, что-то крутила с Чаплиным, может быть, оттуда эта ветвь, видишь, какая породистая лицо. В общем, дети у нас идеальные, непривередливые, сами питаются, сами умываются, сами одеваются. В общем, проблем не будет. У кого? Ни у кого. Проблем с таким поколением у страны нет. Ну что, будем знакомы, чемпион? И тебе привет, принцесса. А можно я вас сфотографирую, а? Да. Почему бы нет? На память, втроем. Боже, как вы похожи. Погладь, пожалуйста, по-семейному. Да, вот здорово. Очень хорошо. Идеальная семья. Нравится? Конечно. Собственный дворик, 16 соток. Да. Сигнализация, видеонаблюдение. Индонезийский тик. Канадский клен. Да. Сосна. Отечественная. Попробуй. Ни одной занос. Ого. Сам проверял. В доме вся техника итальянская, дизайнерская. О, а вот и жемчужина моей золотой ракушки, Машули. Золотая ракушка, Соколов, как мило. Это ты о нашем доме? Почему бы и нет? Да просто ты здесь почти не бываешь. И это она так ругается. Не жена, подарок судьбы. Хозяйственная, не храпит, не пилит. А что она в спальне творит? Ох. Вот это все? Все, шторы, занавесочки, это все моя кудесница. Все своими руками, представляешь? Одеялка, подушечки. Илья. Да, это просто нет слов. Мне тоже просто нет слов. Я хочу выпить за человека, который появился в нашей семье в нужное время и в нужном месте. Никит, ну ладно тебе что-то. Нет, не ладно, Лен, не ладно, не скромничай. Никто, кроме тебя, за мной в огонь не побежал. Ты молодец, потому что ты сильный, чуткий, заботливый. Ой, Машуль, а как детишки его боготворят, это что? За тебя. А чего ты соком? Может быть, вискаря налить? Спасибо, я вообще не пью. Не пьет человек. Вообще не пьет. Молодец. А я пью. Ты знаешь, люблю это дело. Закладываю, особенно в последнее время. А Машуня, конечно, ругается. Ну, ты зачастил. Но я скоро брошу. Даже если не захочу. Илья, вы с Никитой только вот на пожаре познакомились. Просто ощущение, что он вас уже 100 лет знает. Ты тоже заметил? Вот у меня такое же чувство, что мы с ним, вот как будто, знаешь, родные братья. Без году недели знаем пару дней. Ощущение, как будто мы знаем друг друга всю жизнь, да? Илюш, очень интересно, расскажи еще что-нибудь о себе. Нам с Машенькой интересно послушать, да? Ну, я даже не знаю, что рассказать. Да что угодно, все очень интересно. Где родился, в какой садик ходил, какая была картинка на шкафчике в садике, как, не знаю, там, зеленочкой свои красивые коленки мазал. Все интересно, да, Машенька? Ну, родом я из Минска. Замечательный город, природа, красота, экология, понимаю, цивилизация. Вот, ну, что еще рассказать? Школу закончил я без троек. Молодец, ты видишь, красавец, учился хорошо. Я сразу увидел не только силу, но и интеллект. Причем, представляешь, природа, красота, это ж сложно. Пацаны играют в футбол. Пойдем побегаем в футбол? Нет, говорит, нет. Я буду учиться. Мужик, характер, стержень. Видно, кремень. Вот, дальше армия, сверхсрочная. Недавно демобилизовался, сержант запаса ВДВ. Молодец. А меня не взяли, по здоровью не прошел. Сейчас так вообще. А семья, детки есть? Разведен. Вот уже 10 лет как. Не сложилось. Не сложилось там, сложится здесь. Да, Машенька? Ну, кстати, девушки таких парней любят. Да. Ребят, может, чайку уже, сладкое, пирог? Спасибо, но пирог в следующий раз. Мне пора. Я в столице недавно, своим жильем еще не обзавелся, так что ночую прямо в части.
Но у нас там режим, закрывается все в 9 часов, так что, извините, мне пора. Может быть, я тебя отвезу? Куда ты отвезешь? Ты выпил. А, да. Святая женщина все помнит, а? Молодец. Может быть, Машуля отвезет? Да нет, ни к чему. Тут до части всего километров 15. Пробегусь. Я по утрам и того больше бегаю. Спасибо вам за эту душевную семейную атмосферу. Давно у меня такого не было. Мария, было очень вкусно. Спасибо. Какой мужик. Был бы я бабой, влюбился бы по уши. Ну, чисто гипотетически. Ой, девочки. Никит, может, не надо? Что-то как-то неудобно, а? Илюш, даже не обсуждается. Вопрос закрыт. Я же сказал. В своем доме всяко лучше, чем в казарме. Когда хочешь, приходишь. Когда хочешь, уходишь. Смотри, какой вид. Красота. А воздух знаешь, какой здесь? Вдохни, вдохни. Еще глубже, глубже. Хватит, а то можешь сознание потерять. Да? Ох, кислород, конечно. Я сумку возьму. Ага. Давай. А давай мне. Туда? Туда. Заходи, заходи. Иди, здесь. Нравится? Спрашиваешь. Да? Знаешь, что это? Ключ? Нет, это не ключ. Это ключ. Мой дом. Твой дом. Больше того, моя семья. Твоя семья. Доброе утро. Доброе утро, Мария. Привет, Илья. Привет, Машуля. А что вы здесь делаете? А что мы делаем? Ничего, Машуль. Я решил от лица Соколовых поблагодарить за спасение Илью и предложил ему немного у нас пожить. Никит, а мы ждать тебя на минуточку. Что значит пожить у нас? А со мной ты мог посоветоваться? Это, в конце концов, наш дом. Машуль, во-первых, это не наш с тобой дом, это наш гостевой домик. А во-вторых, чего ты завелась, Илья, хороший парень? Кто спорит, но зачем его тащить к нам? Маша, как тебе не стыдно, человек мне жизнь спас. Я не могу допустить, чтобы мой спаситель жил и спал на тюфяке пожарной части. Неужели мы, как цивилизованные люди, не можем протянуть ему на руку помощи в виде маленького уютного гостевого домика? Да нет. Нет. Я так и знал, что ты меня поймешь. Какой молодец, так придумал, да? Но не волнуйся, это ненадолго. Пару месяцев. Максимум. Человек просто что-то уронил. Хорошо, что не шок. Что-то случилось? Да, я уронил случайно, извините. Все живы, ну и слава богу. Тут просто только мутно. А Маша, когда была в декрете, фотографией занималась. Вот сразу видно, что на пленку снят. Как вы поняли? Ну как же, цифра такого объема не дает. Я раньше увлекался фотографией. Ну, так, баловство. А вот вы, Мария, сразу видно. И настоящий профессионал. Ого, я смотрю, Илью тебе сам Бог послал. В каком смысле? Ну, есть с кем поговорить об искусстве. Не то, что я. Человек разбирается. А я все лапы, хвосты или шеи. Я за постельным схожу. Пару секунд. А, да. Ребят, давайте на «ты». Ну, вы. Доброе оно у вас. В смысле, у тебя. Угу, очень. А ты надолго? Ну, как там? По-моему, получается. Да ничего у них не получится. Почему это не получится? Потому что они с Машей Игоревной в разных культурных нишах, в разных культурных лодках они плывут. А ты, значит, с Машей в одной культурной лодке? А я в одной, а что, не видно, что ли? Видно, конечно. Ты что, секонд-хенд ограбил? Бежайте, Никита Андреевич. Все кутюр. Пиджак Лагерфельд, рубашка Армани, брюки Дольче Габбана. А на какие-то средства гусеница превратилась в бабочку. Завидуйте молча, Никита Андреевич. Врожденное чувство стиля и потребительский кредит делает настоящие чудеса. Ну да. Плюс фитнес, диета Дюкана. Маша Игоревна все-таки девушка стильная. Тут хочешь не хочешь, надо соответствовать. Поверьте мне, Никита Андреевич, Маша Игоревна со мной будет гораздо лучше. Маша и я. Маша и пожарный. Купается в роскошь. Не моется вообще. Дети-студенты. Дети-попрошайки. Дети-бизнесмены. Дети попрошайки. У детей дети. Дети попрошайки. Дети счастливые старики. Дети старые попрошайки. Старые, седые дети. Никита Андреевич, только вдумайте. Рай, тьма, хэппи,
end. Бомба! У меня будет самый крутой скворечник в классе. Спасибо, Илья. Давай пять. А почему Эв? Потому что Филипп? Да. Потому что Филипп. Я тебе еще турник в дворе поставлю. Будешь настоящим супергероем. Привет. Мам, смотри, это скворечник специально для Филиппа. Ничего себе, круто. А где папа? Никита позвонил, сказал, что задержится на работе. Просил меня подстраховать. А, понятно. Вот, пойдем. Готовлю. Ну так, на скорую руку. Из того, что в холодильнике было. Обалдеть. Я не верю своим глазам. А где все-таки мой муж? Никита? Ты опять напился? Нет, я не пил, то что с ложкой. Нет. А чего ты тогда лежишь? А, я просто, знаешь, бежал, немножко устал, прилег отдохнуть. Отдохнул? Вполне. Может, домой уже? Пару минут еще. Давай. Хорошо. Мой, кажется, окончательно рехнулся. Привет. Привет, ребят. Привет, извините, немножко задержался. Это вообще скворечник бомба. Спасибо тебе большое. Илюх, спасибо, ты меня заменил. Ты боялась, что он не справится. А чего-то у вас пахнет так вкусно. А это я рагу из кролика мучу. Да? Сейчас ужинать будем. Супер, давай, я голодный. Хозяин? Ставь сюда. Что это такое? Что такое, Машуля, я тебе объясню. Вот это! Вот это настоящий мужчина, понимаешь? Нет, вот это вот все. Что это такое? Ну что ты сразу начинаешь? Я же тебе сказал, я задержусь, у меня много работы. Ну Илюха же меня заменил, все нормально. Да ты достал меня уже с этим Илюхой своим! Что ты несешь, в конце концов? Ты в 5 часов должен был быть дома. Тебя ждали дети. А если бы этого твоего Илюхи вообще не было? Маш, типун тебе на язык. Что значит Илюхи не было? Да ты что, он молодой, здоровый, ему еще жить и жить, да, Илюх? Маша, ну успокойся, любовь моя. Ну давайте вместе поужинаем. Тем более вся семья в сборе, ты, Илюха, дети. Я, наверное, обратно в пожарку вернусь. Ну, правда, у вас тут без меня весело. Пойми, старик, так будет лучше. Да кому будет лучше? Ты чего думаешь? У вас тут семья, дети, своя жизнь. А тут я еще. Чего вам мешаться-то буду, а? Илюх, дай мне 5 минут. Я тебе кое-что расскажу, а потом сам решишь, уходить или оставаться. Лады? Ну, Никитос. Ну, пожалуйста. Ты же нормальный мужик, а? Нормальный. Ну, нафига тебе это? Я тебе благодарен за все, правда. Ну, ты меня извини, пожалуйста, ну. Блин. Что? Ну, просто секс втроем, это не мое. Понимаешь? Какой секс втроем? Ты что, обалдел? Да я не осуждаю, серьезно, это просто я по-другому воспитан, ну не мое. Какой секс? Ты обо мне? Или это что? А Маша о себе? Илюх, это вообще не Маша. Вот встаешь, ты просто сейчас... В общем, побудь здесь. Сейчас приду, кое-что покажу. Секс втроем. Вот ты молодец, что секс втроем. Вот такие пирожки, Илюша. Вернее, пирожки понадобятся уже в течение 2 месяцев. А может быть, даже раньше. Да, дела. Честно говоря, я в шоке. Ну, выглядишь ты неплохо. Это скоро пройдет. Ну, а чувствуешь себя как? Плохо, Илюша. Сушит. Голова кружится, подташнивает, под ложечкой сосет. Язык белый? Ну да, от химии так бывает. Да какая к черту химия, о чем ты говоришь? Я от всего отказался. Да ладно? Да. Хочу побыстрее выйти. Я не боюсь. Тем более сейчас, когда у меня появился ты. Ты прости меня, пожалуйста. Да ладно? Надо было тебе про мою болезнь сразу рассказать. Да. И про эту мою дурацкую затею с подменой. Да, ничего. Извини. Да нормально все.
Как тебе, Маша? Ну, Маша, она, конечно, да. Что тут говорить, и умная, и готовит вкусно. Да и вообще, как такая женщина может не понравиться, Никит? Так и живи, куда ты собрался? Ты пойми, может быть, мне тебя сама судьба послала. Останешься. Никита, ты, ты не боишься, а вдруг я не в ее вкусе? Я не боюсь. Я об этом много думал. Я тебе во всем помогу. Я знаю про Машу. Все. Абсолютно. Все ее любимые книги, запахи, где любит отдыхать, где гуляет. Я тебе все расскажу. Согласен? Раз такое дело... Согласен. Извини. Там что? Ты только детям и Маше не говори. Само собой. Потом как-нибудь расскажешь. На годовщине пятой. Ты молодец. Я думал, ты свингер, а ты мужик. Мужик. Держись. Нет, Илюша, я не свингер. И никогда им уже не буду. Да ладно, что ты. Смотри, Илюша, одними мышцами и хозяйственностью мою Машулю не возьмешь. Она у меня организм сложный. Она как Мона Лиза. Да, на первый взгляд вроде бы все просто, но на самом деле эта красота заслужена. Там, поверь, тысячи нюансов и штрихов. В ней все есть. В ней есть и легкость, и женская сила. Да, и детская непосредственность, и вселенская печаль. Доброе утро. За это доброе утро я готов жизнь. Давай с тобой организуем идеальное Машино утро, и тогда ты все поймешь. Давай. Запах. Она обожает запах цветов. Только букетики должны быть маленькие и очень нежные. Особенно любит ромашки. Она говорит, что ромашки напоминают ей детство. Запах кофе очень любит. Причем сам кофе не пьет. Запах обожает. Поэтому кофе должен быть на столе. Желательно в маленькой медной турочке. Ты ее увидишь. Она клевая. Мы ее купили на Гранд-базаре в Стамбуле. Маша заварит душистый чай с медом. Да, только мед прикуску внутрь не клади. Запомни, Маша на утро не может быть идеальной без гречки. Этот сложный, прекрасный организм просто жить не может без гречки. На полке возьми ее чашку. Не эту. Возьми глиняную. Это ее любимая. Эту чашку мы с Филиппом слепили на гончарном круге в Греции. Теперь накроем стол. Знаешь, у Маши редко выпадают дни, когда она может понежиться в постели. Редко, но она это дело очень любит. Это так мило, она ляжет, укроется пуховым одеялом, закутается по самые уши, глаза закроет, лежит. Даже летом, представляешь? Даже летом закутывается в пуховое одеяло. Да, вроде бы все. Чуть не забыл. Музыка. Музыка – это главное. Только обязательно должна быть на виниле. Считаешь, что на виниле музыка настоящая, живая. Найдешь синий конверт, ты увидишь. Это ее любимая пластинка. Конечно, вкус у нее. Тебе.
это тебе. Все, меня в голове не укладывается. Родных людей отдать чужому человеку. Я вам так скажу, Никита Андреевич. Отлично для меня, вы святой. Если бы я был президентом, я бы вам орден за отвагу дал. Ну и вы что, что посмертно? Нужно просто сжечь мосты. Я приду и скажу Маше, что я ее не люблю. Наконец-то. Что наконец-то? Думаешь, легко вот так вот сказать «не люблю любимому человеку»? Маш, мне нужно тебе сказать что-то очень важное. Машуля, прости меня, пожалуйста. Так получилось. Но я тебя больше... больше всех в мире люблю. Тебя и детишек наших очень люблю. Правда, я был самый счастливый человек на свете. И какой же я был конченый дебил. Занимался всякой фигней вместо того, чтобы каждую секунду быть с вами. Скажи, Аня, почему тогда вот это... драгоценное время. Ты заставляешь нас проводить с чужим мужиком. Маша, Илюха не чужой. Может, я чего-то не знаю. Может, у тебя какие-то неприятности. Может, какие-то проблемы. У тебя кто-то есть, да? Маша, ты чего? Ты что, с ума сошла? У меня кроме тебя никого нет. Знаешь, детям тебя очень не хватает. Не их тоже. Кстати, у Филиппа завтра родительское собрание, а я не могу приехать. Сходишь? Хорошо. Только ты там представься, тебя же никогда еще никто не видел. Мария Игоревна, ну что же вы прятали это сокровище вашего мужа? Ну что вы, он у вас просто прирожденный педагог, понимаете? Разложить вот так по полочкам принцип воспитания ребенка в коллективе, ну, да, конечно, своими словами, но это просто хоть конспектируй. Ирина Ивановна, вы уверены, что это о моем муже вы говорите? Да, конечно. И где же этот наш чудо-папа? Вот, родители консультируют. Главное это понять, чем ребенок дышит. Найти к нему подход. Ну, то есть нужно вытащить его на разговор. Проявить интерес к его увлечениям. Похвалить за что-нибудь. Расположить к себе. Ну, а потом уже на правильных примерах начинать его воспитывать. А кричи, не кричи, это не поможет. Ну, это я вам сознанием дела говорю. Спасибо большое. Она уже здесь. Поехали. Мария Игоревна, туда нельзя, там операция. Я слышу. Это выдра. Она просто наркозу не поддает. Никита! Выдри получше. Это не... Ай-яй-яй, Никита Андреевич. Как же так, а? Да? Че ты улыбишься? Бьет, значит, любит. Маша Игоревна! Никита Андреевич, ну что, я вас не подвела? Все хорошо, Елена Васильевна. Вы умничка. Ой, да ладно. Маша! Маш! Илья, ты Машу не видел? В доме была. Ты для меня умер, понял? Маш, ну что ты начинаешь? Я тебя не слышу. Перестань, услышат нас. На развод я подам сама, чтобы ты не отвлекался от работы. У тебя же там выдры стонут.
Детям как-то объясни хорошо. Я вспомнила о детях. А для них ничего не изменится. Потому что их папы в их жизни уже нет давно. Ребят, я, наверное, пойду. У вас тут такие дела. Я не хочу мешать. Стой. Куда пошел? У нас всего лишь маленькая ротация. Самец, как тебя? Ветеринар. Самец-ветеринар у нас теперь будет жить в гараже до развода. А ты в доме. Я женщина свободная, мужчина мне нужен. Да и детишки к тебе привыкли, и руки у тебя, в отличие от некоторых, из правильного места растут. Нет, ну как так? Я так не Илья, могу. Илья, все нормально, нормально. Стой! Илья, Маша права, это между нами. Переезжай. А ты пошел вон. Значит, как? Вас закрывать, Никита Андреевич? Пока рано. Ну как? Так, нормально. Места много, хотя при этом уютно. Мне кажется, дороговато. Ну слушайте, ну вы же не на один день ложитесь, Никита Андреевич. Вы совершенно правы. Как говорится, жизнь надо любить, а смерть уважать. Дерево? Красное. Да. Это Бентли нашей коллекции. Шелк, вентиляция, премиум-пакет. Он дышит. В отличие от вас, да. Только подушки твердые. Есть пуховые? Конечно. Можно и пресс покачать. О, активный образ смерти. Так ладно. Мам, доброе утро! Доброе утро, солнышко. Мам, смотри, какая у меня прическа. Здорово. Приятного аппетита. Маша, Маша! Филипп, помоги мне! Маша, Маша, Маша! А давайте вы как зеброчки. А? Ручками, ручками, так лапками. И ножки. Катюш, на меня чуть-чуть посмотри. Давай, Матуша, иди сюда. Сними нас. Давай, иди сюда. Мы вместе снимемся. Ручку. Снимай, снимай. Обувь. А цветы у вас только пластмассовые? Искусственные. Просто мне для себя, поэтому хотелось бы живые. Живые есть, но это дороже. Не надо нам дороже. Зачем нам? Сень, чего ж жлобишься? Тебе жалко для друга хороший венок? Хороший венок не жалко. Денег жалко. Это принципиальный вопрос. Я же сказал, я все сам оплачу. Нам три. И с живыми цветами. А как пожелаете. Втюхивает людям пластик. Жлобью. Классно? Ты вообще, Илья? Спасибо большое. Предложение, конечно же, заманчивое, но от бюста я откажусь. Так а что же вы хотите? Стандартный памятник, может быть, обелиск, скульптурную композицию. Ну, тихо, что случилось? Ох, извините, пожалуйста, немножко поплохело. Фух, так потемнело в глазах. Все-таки не ко дню рождения готовимся. Мои соболезнования, я тоже с клиентом напрямую первый раз общаюсь, волнуюсь. Сеня, я что-то потею. Это хорошо, что вы потеете, Никита Андреевич. Да? Да, это организм борется. Это только начало. Вы смотрите на это с другой стороны. Скоро потеть вообще перестанете. А так что мы решили? Слушайте, Никита Андреевич, давайте вас из мрамора в полный рост вырежем, а? Представляете, вы идете такой, а за вами все животные, которых вы вылечили. Нет, не... Я делаю скрытую рекламу нашей клиники. Да, и люди будут знать, что вы даже там... Там. Думаете о тех, кто здесь. Решили, да? Да. Я пойду. Куда? Тихо, 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 тихо. Вы
посерединке остановись. Мам, давай! Снимай! К сожалению, хомячки живут всего лишь 2 года. Наш Смайлик и так долгожителем был. Давай. Пусть ему там будет хорошо. Подождите. Можно я скажу? Пусть папа скажет. Сегодня мы провожаем последний путь нашего близкого друга, хомяка Смайлика. Смайлик был хороший хомяк. Не просил у жизни многого. Не ждал чуда. Жил себе, жил, работал. Помогал животным. Всю свою короткую жизнь. Перезвони позже, у нас несчастье. Крутился, как белка в колесе. И не ради себя, Машенька. Не ради себя. А все ради вас. Ради деток. Так и сгорел на работе хомяк. Ушел в мир иной. Мир прекрасный. Это единственное, что утешает. Хотя, какое утешение, когда уходишь так рано. Такой молодой. Ты еще ничего не сделал. И так внезапно. Достойный был хомяк. Без зависти жил, без ножа за спиной. Все ради других. Жизнь единственное, что не ценил. Не радовался каждому дню прожитому. Просто не знал, что так вдруг резко все закончится. Понимаешь? И так внезапно. Ай, можно. Возьмите горсточку. Почему? Ну, так рано. Я не могу понять, разве справедливо это? Ничего не говорите, Машенька, ничего не говорите, просто плачьте. Не держите все в себе, плачьте, боже мой. Какое горе, что его не стало, боже. Сеня, да господи, не стало, нового заведем. Вы сильная женщина. Я вами всегда восхищался. Я вами и сейчас восхищаюсь, боже мой, Машенька. Как это произошло? Обычно произошло. Мы утром проснулись, а он уже это, лапки кверху. А с ней ушел? Как святой! Ой, Машенька, боже мой! Как же уйдет это черное платье! Сеня, держи себя в руках!
А вот и он. Чур меня! Синич, смайлик ушел. Ну, и почему я до сих пор не умираю? Никита Андреевич, послушайте меня внимательно. Доктор, я еще раз вам повторяю, я не хочу ничего слушать. Я не хочу никакую химию, онкологию. Я хочу просто тихо уйти. Тихо и скоро. Может, вас отсюда? Давайте с вами договоримся. Это только между нами. Я вам заплачу деньги, никто об этом не узнает. Вы можете меня немного подтравить, чтобы я быстрее загнулся. А что вы такое несете? Я не гнусь. Я хочу вас обрадовать. Получив последние анализы вашей крови, мы пересмотрели снимки и заключения. И должны извиниться. Вашу историю болезни перепутали с другим пациентом. Перепутали? Что значит перепутали? Я мужа жене нашел, я поминки заказал, я землю на кладбище у правительства вырвал. Ну, земля, дело такое, только дорожать будет. Только будет дорожать, вообще нормально. Вы что хотите этим сказать? Что меня можно вылечить? Вас не надо лечить. Я что? Здоровым? Абсолютно. А мы опять стоим, и в трюме вода, и ты опять твердишь, что надо бежать, и ты опять твердишь, что надо туда, где не качает сухо, и есть чем дышать. Давайте здесь есть шанс, но что один из десяти, быстро не здесь, вперед, не мчится, ползет, и пусть останется здесь. Руку. Да, потяни. Я. Машуля! Машуленька моя! Машуля! Машуленька! Боже мой, как я скучился. Ты даже себе не представляешь, что произошло. Ты когда узнаешь, мы просто будем хохотать. Ух ты, ничего себе. Как красавец. Илюх, вставай, одевайся. Голый, если лежишь. Муж все-таки в доме. Ты представляешь? Они просто перепутали диагноз. Это вообще, ты поймешь, это какой-то бред. Они перепутали диагноз. Илюха, я абсолютно здоров. Ты представляешь вообще? Что ты здесь делаешь? И что ты хочешь праздновать? Илюха, она не понимает. Я когда узнал, я как будто бы заново родился. Я понял, Машуль, смотри, сейчас все поймешь. Ровно месяц назад врачи поставили мне страшный диагноз. Ну, Илюха в курсе. Ну что, я умираю. Ты представляешь? Я стал переживать, на кого я вас оставлю. Стал искать себе замену, идиот. Ну, нашел Илюху. Илюха согласился помочь. Илюха меня выручил, извини. Вот, и чтобы тебе было проще, я стал делать вид, что я бухаю, хожу налево. Ну, какой лево? Как-то у меня есть ты. Ну, теперь я спокоен, я здоров, я в семье. Илюха, я вернулся домой, я здоров. Никита, ты пьян. Машуль, ну я немножечко выпил шампанское. Ты слышишь, что ты несешь? У тебя что, белая горячка или что? Да, любовь моя, я слышу. Я абсолютно все понимаю. Илюха был в курсе. Илюх, ну расскажи ей правду. Да, Илюх, расскажи мне правду. Никит, прости, но я правда не понимаю, о чем речь. И что я должен, собственно, рассказать Маше? Как? О чем ты? Скажи, правду! Ну как мы с тобой договорились, что ты вместо меня будешь? Ну, Илюх, ну ты чего? Прости, я не понимаю. Ты знаешь, вот первый раз в жизни за тебя просто стыдно. Ты ж... О. Ах ты, сучара пожарная. Маша, ему и вправду нужно меньше пить. Короче так, Никитос. Предлагаю решить все по-семейному. Завтра ты разводишься с Машей и исчезаешь из нашей жизни. Лады? С какой-то из вашей жизни. Мы, конечно, не звери. С детьми мы тебе дадим видеться.
Ну, раза 2-3 в год. Это как мы с Машей решим. Илюш, ты не понял. Я тебе еще раз говорю, врачи ошиблись. Диагноз оказался не мой. Твой, братан, твой. Диагноз правильный. Тебя больше нет в этой семье. Ты ушел. Я никуда не ушел, Илья. Я здесь, я никуда не ушел. У меня нет никакой опухоли, поверь. Возможно, у тебя ее и нет. Но у нас в семье она есть. И эта опухоль ты. Ты старик, да. А я хирург. И я ее удалю. Ты же пожар. Ну как ты не понимаешь? Ты же им приносишь только боль. Ты боль. Я боль? Да-да-да. Ты одна сплошная боль. Ты больной? Я тебе говорю, что я абсолютно здоров. Врачи ошиблись. Это моя семья. Это мой дом. Съезжай из нашего дома. Я тебя по-хорошему... Послушай меня. Хорошо. Однажды я потерял свою любимую семью. Не сохранил, не спас. На себе и перспективе новой семьи я поставил крест. Решил просто спасать людей. Стал пожарным. Тут в моей жизни появился ты. Ты. Со своим предложением. Я понял, судьба дает мне второй шанс. Красавица Маша, Катя, Филипп. Старик, это моя семья. И второй раз я терять ее не собираюсь. Я их люблю. Я их спасу. От кого? От тебя, опухоль. Мы можем мирно поговорить. Можно тебя чуть-чуть поближе? Еще ближе. Ну вот, все организовано, как положено. Борщ, пирожки, кутя, водка. Нравится? Очень. Спасибо. Извините, побинальный рефлекс просто. Было двое друзей, шли по жизни мы рядом. Отчего же ушел мой товарищ так рано? Я остался один, наступило финита. Ведь ушел лучший друг. Спи спокойно, Никита. Рано меня еще сегодня хоронить. Рано. Папа, когда уже будет мясо? Скоро, знак. Я просто...
он здесь? Куда ты меня ведешь? Машу, я клянусь только, что он висел вниз головой, как Бэтмен. За голову у тебя вообще чертак поехал, да? Я тебе отвечаю, что завтра поменяю замки. Привет. Привет. Ничего себе. Спасибо, что пришла. Я правда как-то одета не совсем уместно. Нормально, по-домашнему. Мне нравится. Соколов, я так понимаю, что это попытка свидания, да? Хотелось бы в это верить. Только учти, я тороплюсь. Я понимаю. Помнишь наше первое свидание? Мы смотрели «Однажды в Америке» на ноутбуке. Ты еще потом вспоминал часто сцену в ресторане. Ну, конечно, я помню. Ты решил воспроизвести. Ну, Де Ниро опаздывает, так что я вместо него. Я надеюсь, до сцены с изнасилованием в машине мы не дойдем. Не, я бы хотел, конечно, но я понимаю, шансов нет. Поэтому, ну, хотя бы на танец я могу рассчитывать. Попробуй. Будьте добры. Соколов, что ты от меня хочешь? Скажи мне сразу. Я хочу, чтобы ты меня услышала. Ладно, допустим, весь этот бред с твоей болезнью – это правда. Но как ты мог мне не рассказать? Мне? Как ты мог придумать всю эту чушь с Ильей, с секретаршей? Я не знаю, мы что, в детском саду? Я был в шоке, правда. Не в адеквате, я хотел как лучше. Честно, это случайность. Случайности не бывает. Я за эти 2 недели, кстати, тоже много чего поняла. Поняла, что мне нужен муж. Нормальный муж, заботливый, любящий. А моим детям нужен отец. А не дебил-переросток, который врет семье и играет в войнушки с пожарными. Никит, ты меня очень сильно обидел. И я не знаю, как тебя простить. Прости, я понимаю, я виноват в отношении к тебе и к нашим детям. Ну и дело даже не болезнь, я понимаю, что... Извини. А вот Илья. Между прочим, он сейчас с твоими детьми находится. Мне нужно идти. Да. То есть идея замены не такая бездарная? Ну ты неисправимый придурок. Машуль, что мне нужно сделать? Даже не знаю. Может быть, что-нибудь, что делают взрослые. Тяжелый. Па, ау. А маму и Катю ты тоже украсть можешь? С чего ты взял, что я тебя украл? Ну, обычно дети не выходят из школы через окно туалета. Я с тобой согласен, логично. Но с другой стороны, крадут обычно чужое, правильно? Ну, а в нашем с тобой случае я вроде как вернул свое. Ты ведь мое. Еще какое? Ну, а то, что через окно туалета, ты уж прости. Это была вынужденная мера. Па. Ау. А то, что вы с мамой разводитесь, это тоже вынужденная мера. Представляете, стоит и убеждает меня, что он папа Филипп. Но я вашего-то папу знаю. А этот мне с самого начала не понравился. Такой невоспитанный, наглый. Да, кстати, на нашего трудовика похож, да? Давайте в полицию поедем. Mm-hmm. Ну, дадим показания, фотопортрет сделаем. Я этого коротышку хорошо запомню. В этом нет необходимости, мы разберемся сами. Маш, ну на самом деле, мало ли что на уме у этого маньяка. Я знаю, где они. Поехали. Па, все равно ничего не получится. Я никогда плавать не научусь. Сынок. Может быть, дело не в тебе, дело в тренере. Сейчас появится Тимофеич, он обалденный тренер. Все у нас получится. Хорошо? Здорово. Па, а? Я все равно немного боюсь. Сынок, я тоже боюсь. На раз, два, три. Готов? Раз, два, три. Все правильно, они здесь. Смотри, я плыву!
Круто! Держись! Классно! Мам, а ты видела? Я даже с дельфинами нырял. Конечно, мой герой все видела. Ты же у меня теперь суперпловец. Я так тобой горжусь. Жульки мои. Мам, а ты папу никогда не простишь? Кому пора уже ложиться спать? Спокойной ночи. Добрый день, дамы и господа. Наш детско-юношеский турнир по латиноамериканским танцам объявляется открытым. И на паркет приглашаются пара номер 16. Буренко Марк и Зюськина Кира. Пара номер 68. Керимов Максим. Папа, и Негриенко Мария. Пара номер 91. Максаков Дмитрий и Сноговская София. Пара номер 29. Романчук Владимир и Шведова Ева. Пара номер 25. Соколова Катя и Капустин Максим. Друзья, к сожалению, в связи с отсутствием партнера Капустина Максима, пара номер 25 не участвует в конкурсе. Ну а мы продолжаем. Пара номер 63. Гольнев Даниил и Симоненко Ксюша. Пара номер 47. Куцулыма Максим, Панченко София. Пара номер 54. Селин Ян и Свечкарь Алена. Пара номер 44. Колесник Вадим и Козевова Кристина. Друзья, у нас приятная новость. Пара номер 25 все-таки примет участие в состязании. И поэтому я приглашаю на паркет Соколову Катю и ее папу. Аплодисменты! И первый танец нашей конкурсной программы – зажигательный ча-ча-ча. Привет. Привет, а ты что, танцуешь? Немного в школе занимался. А костюм что, со школы остался? Очень смешно. Штаны не подошли. И как мы будем танцевать? Опа, вот так вот. Нормально. Все, что помню со школы, папа ведет. Я не знала, что у меня есть папа. Папа, не крути бедрами! Это почему? Это пошло! Это чачу! Отвернись, повернись! Определись, ты как мама! Ты где все это время был? Я был занят! Я тебе не верю! Честное слово, я больше так не буду! Я обещаю, папа хороший! Дочка, посмотрим! О, ча-ча, раз, два, три, четыре! Проси прощения! Хорошо! Прости меня, пожалуйста, моя любовь! Папа, ты ведешь себя как мама, что дальше? А дальше укольчик! Раз, два, три! Три, ча-ча, раз, я устал. Держись, старичок. Ты куда? Скоро увидимся. Хорошо, я тебя люблю. И я тебя. Ты, конечно, безнадежный. Это почему? Я веду себя как мама. Это точно. Дамы и господа, ваши аплодисменты нашим участникам вообще и паре номер 25 в частности. Почему вы аплодируете? Они же наделали кучу ошибок. Это был хип-твист. А нужно чик-чек. А это был чек-чек. У меня был чек. Чек-чек был. Аплодисменты. Чек-чек у Норриса. А вот здесь мне папа на ногу наступил. А вот здесь мы Тимофеич хвостом по лицу попал. А у меня сюрприз перед сном. Мороженое! Спасибо, я не хочу. Мне мороженое уже надоело. Хорошо. Тогда сразу спать. Хватит гаджетов на сегодня. Ну сколько можно говорить? От них зрение портится. Живо! Мам, ну скажи. Нам всегда разрешали играть перед сном. Илья немножко прав. Уже поздно. И вам пора идти ложиться спать.
Видишь, Филя, у нас в доме теперь все по расписанию, прямо как в армии. Или как в тюрьме. Ничего, ничего. Привыкнут. Скоро воспитаем. Они у меня вот здесь будут. Что значит воспитаем? Это мои дети. И я решаю, сколько им смотреть мультики, сколько им смотреть телевизор и когда им идти спать. Хорошо, хорошо, Маш. Я не спорю. О, я тебе как раз твой любимый с меткой. Да меня тошнит уже от твоих коктейльчиков. Прости. Не-не-не, это ты меня прости, Маш. Как скажешь, мне так нет. Я еще вот что хотела тебе сказать. Ты ничего не подумай, я тебя не тороплю. Но что у тебя с квартирой? Ты ищешь? Ты, конечно, можешь еще недолго здесь побыть, но... Мам, расскажи нам сказку на ночь, пожалуйста. Конечно, мои хорошие, я уже иду. Договорились? Спокойной ночи. Рисунки на хлебе появились еще в Древнем Египте. Это были рисунки в виде крестиков, цветов и знаков рода. На детских булочках... На детских булочках изображали котят, индюков и петухов. В середине века... Ну что, обосрался опухоль? Илья? Не узнал меня? Честно говоря, в этом не очень. Угадай, кто я? Какой-то супергерой. А какой я супергерой? Ты человек Илья? Ильи больше нет. Я человек пожарный. Вот послушай историю. 20 лет назад Илья пришел из армии. И познакомился с Настей. Влюбился в нее по уши. Сразу женился. Хотел с ней американское кино. Белый забор, лабрадор, свой газончик, барбекю. Есть кто-нибудь дома? Илья. Да. Но, к сожалению, у Илюши не вышло американское кино. Получилось кино французское. Настя ушла к другой. Ты хотел сказать к другу? Зина оказалась больше, чем друг. От тебя когда-нибудь уходила любимая женщина к другой тёлке? Ад от меня нет. Это был ад! Над ним смеялись все, весь мир. Кошмар. Ты представляешь, каково это, когда над тобой смеются все? Вся палата. Палата? Это не важно. Там только Петровна зверюга. А Петровна? Главврач. Она тебе на ночь подъезжает 2 таблетки. И спать. Ты ей хочешь, на тебе, а не можешь. Не можешь. Не можешь. Илюха, перестань. Какая я тебе Илюха? Ты фаерман. И понял тогда Илюха, что никакой он не Илюха. Что он не просто там Илюха. И призвание его быть не просто каким-то там вонючим Илюхой. И понял тогда Илья, что он — это я. А миссия у него — спасать мир. И снова сбежал из палаты. Кого я только не спасал. Взрослых, детей, собачек, котят, ягнят. Ягнят? Сейчас не об этом. В общем, в какой бы огонь я ни зашел, мне все нипочем. Максимум пересадка кожи. А знаешь почему? Потому что ты фаермен. Яблочко-опухоль.
вообще веришь мне, что я фаерман? Конечно. Честно? Если честно, то нет. А если я докажу тебе, что я настоящий супергерой, ты оставишь нас всех в покое? Илюша, прости, а как ты докажешь мне, что ты супергерой? Пойдем. Смотри, сейчас совершенно спокойным шагом я перейду на другую сторону дороги, и со мной ничего не случится. Тогда ты мне поверишь? Илюш, может, не надо? Ты так ничего и не понял. Подержи. Смотри, зевака! Илюша, а ты кто у нас в этот раз такой нарядный? Дракон, что ли, какой? Да иди ты в жопу, Коль. Сам ты дракон. Он человек пожарный. А ты кто? Он опухоль. Ничпред. Вы знакомы, да? С Илюшей-то? Он у нас звезда палаты. Откуда мы его только не доставали? Со столба снимали, с канализации высасывали, из клетки с тигром выманивали. А вот с асфальта еще не соскребали. А не слушай его. Он сумасшедший. Загружай. Никит. Что? Нет, ничего. Ничего. Все нормально? Угу. Прошу. Если вы не передумали, то подпишите, пожалуйста, вот здесь. А мы не передумали, да? Так, здесь. Вот. И вот здесь, пожалуйста. Угу. Все? Все. Поздравляю. Я побегу, ты заберешь потом документы, хорошо? Угу. До свидания. Всего хорошего. Угу. И вы, пожалуйста, вот здесь. Спасибо. Это что? Это выставка твоих фотографий. Это оркестр. Круто играют ребята, правда? Никита, я ничего не понимаю. Мы же только что... К этому вопросу мы вернемся. Обязательно. А это твои гости. Добрый вечер. Здрасте. Геннадий Сергеевич. Геннадий Сергеевич, знакомьтесь, это Маша. Геннадий Сергеевич тот самый доктор, который перепутал мой диагноз. Увы, наша медицина несовершенна. Врач, как и сапер... ошибается однажды, но в случае с Никитой Андреевичем, слава богу, пронесло. Слава богу. Это правда. Да. Это Елена Васильевна, замечательная сотрудница, ты ее знаешь, оказалась очень талантливой актрисой. Мария Игоревна, я изначально была против этой авантюры, но у меня не было другого выхода. Очень хотелось в отпуск. По-моему, она заслужила. Я тебя задушу. Сеня, тайно в тебя влюблен. До сих пор не может смириться с тем, что я не умер. Ничего, ничего, Никита Андреевич. У вас еще все впереди. Егор, кстати, можешь больше не искать инвестиций. Я передумал расширяться. Очень хочу побыть семьей. Осталось самое главное. Пойдем. Я же здесь вышла за тебя замуж. Поэтому мы и здесь.
Ты веришь, что есть жизнь после смерти? Не знаю. А я знаю. Я, честно говоря, жить только начал после того, как умер. Ты поэтому на колено встал? Выходи за меня. Никит, мы уже были женаты. Не совсем. Того, с кем ты раньше была, больше нет. А это кто? Это тот, которого ты так долго искала и наконец нашла. А этот кто-то присутствовать в нашей жизни при этом собирается? Этот новый очень собирается. Тогда я снова согласна. Мне кажется, этот новый лучше целуется. Нет, ну просто тут совсем не мило. Мой сладкий.